Пьяного угонщика остановил прицеп с картофелем. Накануне вечером экспедитор одной из иркутских фирм совершил угон служебной газели. 22-летний иркутянин выехал с базы в Куйбышевском районе. Однако далеко уехать ему не удалось. Через несколько сотен метров водитель не справился с управлением и протаранил забор одного из частных домов по улице Сарафановская. Впрочем, повреждение получило не только ограждение. Досталось и прицепу с картофелем, который стоял во дворе жилого дома. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, у молодого человека нет водительского удостоверения. От медицинского освидетельствования он также отказался. Молодой человек задержан. В настоящее время водитель помещен в специальный приемник УМВД России по городу Иркутску и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».